Жителям разрешили посещать леса, в том числе и на транспорте. Напомню, запрет в регионе был введен в июле в связи с действием особого противопожарного режима для обеспечения безопасности жителей и населенных пунктов. Теперь ограничения официально сняли. В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на телефон ЕДДС по номеру 112 или на бесплатную прямую линию лесной охраны 8 800 194 00.